Так, и на этом мы не останавливаемся. Смотрим следующую посылочку. У меня очень много пришло. 4 штучки посылочек. Давно не было, потому что, скорее всего, с Алиэкспресс. Так, здесь с вами сережки. Такие вот сережечки. Сейчас их вскрою полностью. Не знаю, маме опять, наверное, не понравится. Ей не нравится моя бижутерия, которую я ей заказывал. Не открывается, да? Так, это не открывается. Так вот, тут вот все дело у нас выходит. Вот такая вот сережечка. На ссылке на все, да. В принципе, классно, даже лучше, чем на картинке смотрится. Такие вот сережки. Сейчас спросим мнение мамы. Не отключайтесь. Маме понравились сережки, они действительно, они очень классные, наверное, камера не передаст, но они вон как, смотрите, как блестят, классно. Копеечные вообще, буквально там 100 рублей не стоит. Заказывайте своим вторым половинкам, мамам, бабушкам, вообще очень классно, маме понравились. Ссылочки я на все дам, и не забываем подписываться и участвовать в розыгрыше. Всем пока, удачного настроения. Хорошего настроения.